Порталы, порталы и больше порталов, с вами Король Порталов, и сегодня мы поиграем в игру под названием Super Mario Galaxy. Ладно, а теперь начинаем. Нам нужно выбрать планету, и мы выбираем вот эту. Давайте Тодд. Да. Вау. Теперь это Тодд. Все, играем. Каждые 100 лет комета появляется в небе над Грибным Королевством. Кометы такие большие, кометы были такими большими в один год, что они заполнили небо целиком и бесчетно продолжали падать. Тодды собрали все падающие звезды в замке, где они стали огромной звездой силы. Это было замечательное время для жителей Грибного Царства. Была ночь фестиваля звезд, который как раз таки раз в 100 лет, чтобы отпраздновать комету. Короче, Пич ждет Марио в своем замке ночью в честь фестиваля звезд. Она хочет нам кое-что дать. Это Марио. Мы можем собирать вот эту звездочку и другие звездочки. Мы можем подпрыгивать. Тодды тоже держит. Марио, ты это сделал. Что я сделал? Я ничего еще не сделал. Теперь собираем звездочки. Это наверняка какая-то ценная вещь, типа валюты, не знаю. Оу, это цены? Оу. Ну конечно. Кого еще можно было ожидать в играх про Марио? Это же Боузер, я правильно понимаю? Ну точно на одном из этих кораблей есть Боузер. Ну вот прям точно. А в смысле? А зачем они стреляют огнем, если они всех замораживают? В чем логика? Ну ладно. Ну да, вот флаг Боузер. Это Боузер. Ну кого еще можно было ожидать в игре про Марио? Тут уже других злодеев не бывает. Вау, это кто? Выглядит прикольно. Кто эта звездочка? Она прикольно выглядит. Я хочу ее как игрового персонажа. Ну вот, собственно, Боузер. Ну как во всех играх, да? Он похитит Пич, и надо будет ее спасать. Принцесса Перс. Ой, то есть принцесса Пич. Ты приглашена на создание моей новой галактики. В смысле? Чего? Ва-ха-ха-ха-ха-ха. Фестиваль закончен. Что происходит? Я не понимаю. Что тут за бред происходит? Я такого не ожидал. В смысле все Тодды заморожены? Вот и что мне делать с ними? Как мне их спасти? Я хочу спасти Тодда. Окей, видимо никак. Там Тодд. Спасите Тодда. Так непривычно, что тут я странный эмулятор настроил, а тут мне на пробел прыгать. Вот это непривычно. Help me! Да, да, идем. Снова катсцена. А что тут так много катсцен? Что, вырезает замок? А! Ну то есть он вырезал замок. Thank you.
Это что за планета? Это Земля? Да, наверное. А, то есть Марио они тоже выросли. Так долго наслаждайся своим полетом. Что? Каким полетом? А, куда это? Куда это? Вау, выглядит эпично. Наверное, интересно. Я не играл в это. Все говорят, что лучшая часть Марио, но я в это не играл. Кто нас тыкает? А. То есть эта звездочка все-таки как-то относится к игровому персонажу, да? Воу! Вот это да, да. Это круто. А. Наконец-таки ты проснулся, давай поиграем, в смысле. О, звездные зайцы. Давай поиграем в прятки. А, если ты поймаешь всех нас, мы скажем, где мы. О, я могу стрелять звездами. Так, первого поймали. В трубе разве можно спрятаться? Ты поймал меня. Да чего вы все про трубу говорите? Я не могу поверить, что ты меня поймал. Кому помочь? Кто она? Вау! Что это? Что появилось? Не, ну прикольно, в принципе, да. О, это как ее? Розалина. Это ведь она Розалина, если я не ошибаюсь. Поездка, короче, да, это Розалина. Она защищает космос. Тебе нужна сила путешествия сквозь космос. Лума может дать тебе эту силу, я тебе дам ее, да? Это Лума? Это Лума? А, я подобрал Луму. Нам нужно собрать какие-то старые звезды, что-то большие звезды. А ты куда испарилась? Ну, в общем, ясно, мне чуть-чуть тут рассказали и... О! Это звезда запуск. Нам ее нужно раскрутить. И можно отправляться в другие галактики. Все. Нормально так. Добро пожаловать сюда. Тут есть звезда запуска. Готовая для тебя. Но метеорит ее расплющил. Ты можешь найти кусочки. Куда? В смысле я сдох? А если у меня Марио? Так, следующая планетка. То есть наша цель это просто двигаться вперед по галактике. Правильно понимаю? О! Что? Выпусти меня отсюда. У одного из врагов есть ключ. Да, да. О, ключ. О. Спасибо. Он трансформируется, и я должен спасти его друга. Уйди! 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 Ты меня сейчас убьешь! Уйди! Так, все, там разблокировали его.
Поспеши, спустись. Окей, я спускаю. Мы ждали тебя. Это большая звезда, мы ее сохранили. Они хотят при помощи нее запустить машину, которая странно выглядит. Мы должны что-то сделать, пока ее сила не исчезла. Быстрее. О, звезда освобождена. Ура! И все исчезло. Ты получил звездочку. Ура! У нас есть звездочка. Зачем нам она? Я не понимаю. Оу. И что с этим ядром? Не так. Зачем его нужно было врезаться? Это наш корабль или что? Ну, скорее всего, да. Это как это? Лобби. Это карта Вселенной. А это как это? Маяк. Он светит слабо. Может, если мы принесем больше звездочек. Но теперь это лумы будут жить. Спасибо, что спас звезду. Эти вот лумы, это семья. Они значат очень много для меня. Окей. Welcome to... Добро пожаловать в обсерватории комет. Это мой дом и также дом Лум. Мы остановились перед этой планетой. Странная сила нас сюда приземлила. Но звезды силы улетели. Наш корабль потерял силу. Поэтому он тут остался. Но он не мог двигаться. Боузер забрал звезды. И использовал эту силу, чтобы исследовать Вселенную. Пожалуйста. Да. Короче, чтобы путешествовать, мне нужны звездочки. Мы можем попадать в галактики через это. Короче, она предлагает нам найти звездочки из галактик. Чтобы снова летал космический обсерваторий. Ну, пошли, пройдем еще одну галактику. Добро пожаловать. Да. Отсюда мы можем отправиться в галактики. Тогда она трансформируется в кого-то. Да, он отправит нас. Окей. О! Это галактики, которые можно достигнуть отсюда. Это дистанция. Чем больше номер, тем больше дистанция. Чем больше звезд ты найдешь, тем дальше ты сможешь летать. Давайте сюда. Галактика хороших яиц. Да? Отправляемся. Дина Пиранья. Добро пожаловать в галактику. Такой удобный мост. О! Это музыка из Марио обычная. Это вона. Ну ладно, пошли. Куда отправляемся?
гигантской арахисе. Это первое доказательство тому, что Земля это не шарообразная, а арахисообразная. Это первое тому доказательство. О! Давай. Да, сработало. Сработало. У нас все-таки теперь появилась одна жизнь. Да, давайте. Ой. Ой. А вот это зря. Это зря было. А! Вон что. Ой. Ой. Вот это мне не нравится. Ой. Нет. В смысле нет? Я понял то, что все это время неправильно его побеждал, нужно было просто покрутиться. О, второй раз. Что, злой стал, да? Злой, злодей прямо, смотри. Так, второй раз. Или третий уже даже. Я бы сказала. И третий, третий. Третий обычно последний. Все, лепестки отлетели, сдох, да? Все. Все, смотрите, победили мы его. И звездочку выпала. Все, у нас звездочка теперь есть. Иди на пиане. Окей. Да, сохраним. Ну, в общем-то, всем пока. С вами был я. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик, ведь он будет, ведь каждый раз, когда выходит новое видео на моем канале. А следующее видео по Марио Одиссе выходит в четверг. Ожидайте.